Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Ипотечное кредитование в Кировской области по итогам года покажет 25-процентный рост. Об этом говорится в аналитическом отчете компании Realty Group. Эксперты называют несколько причин всплеска ипотечных сделок. Это падение ставок ниже 10%, что делает платежи по кредитам более комфортными. Свою роль также сыграли снижение первоначального взноса по многим ипотечным продуктам, падение цен на рынке жилья и сезонный фактор. В предновогодний период с октября по декабрь ежегодно количество сделок с недвижимостью растет, заявляют в компании. По итогам октября в регионе совершено 1449 ипотечных сделок. В среднем жители Кировской области берут в банках 1 400 000 рублей, уточняет bnkirov.ru. Дайджест недвижимости. В Малмышском районе намеренно затягивали сроки предоставления земельных участков многодетным семьям. К такому выводу пришла местная прокуратура по итогам проверки. На принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность законом отводится 6 месяцев. Между тем, без рассмотрения оставались заявления, поданные в администрацию района в 2014, 2015 и 2016 годах. До момента прокурорского вмешательства ответа на свои обращения заявители не получали. Проверка также выявила нарушение очередности при предоставлении участков и ненадлежащее введение учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земли. Прокуратура обязала виновных устранить нарушение, а суд удовлетворил 6 исков ведомства. Они обязывают власти предоставить многодетным семьям положенные им земельные участки. Дайджест недвижимости. 7-й дом для детей-сирот принял Новоселов. Ключи от новых квартир их будущие жильцы, дети, оставшиеся без попечения родителей, получили накануне. Здание на 117 квартир возведено в Коминтерне по адресу Павла Корчагина, 60Б. Дом панельный, площадь каждой квартиры не менее 26 квадратных метров. Внутри сделан ремонт, установлены электроплиты и сантехника. В здании оборудованы пассажирские и грузовые лифты, пандус для колясок. Перед домом есть детская площадка. Первоначально выпускники детских домов получают жилье на основе социального найма. Через 5 лет, после того, как ребята привыкнут к самостоятельной жизни, они смогут оформить квартиры в собственность. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.